Короли землянок, повелители окопов и враги железнодорожного полотна. Партизаны, Минск! Дамы и господа, свое выступление мы посвящаем весеннему настроению! Снова весна, время любви. Сейчас немного раззадорим жюри. Снова сезон, снова игра. Ага, жюри меня, жюри. Ночью и днем, все всемиром. Так нам и надо, жюри меня, жюри. Весна, а как говорит парень Дарьи Домрачевой, от любви не убежишь. Особенно на лыжах. Ребят, слушайте, а какие лучше, эти или эти? Следы от наручников. Значит так, я ходила на фильм «50 оттенков серого», и с сегодняшнего дня в нашей команде действует правило. За каждую несмешную шутку удар плеткой. Ну, шути. Ха, враг моего врага, мой двоюродный враг. Не смешно. На, бей. Друзья, на все готовы ради победы. Команда «Клан Партизаны», будем начинать. На свадьбе невеста бросила букет, а он застрял на люстре. Пошла! Пошла! А ну, отошли! Валера, быстрее! Тянись, дочка, тянись! Представьте, если бы в Древнем Риме были люди, которые раздают флаеры. Рабство! Доступное рабство! А то взяли моду флаеры в мусорку выбрасывать. Рабство! Рыжий-рыжий конопатый на стройке. Парень! Возьми меня! Зачем? Меня твой дед бесит! В настоящее время выходит очень много странных законов. Представьте, что вышел закон, приравнивающий поцелуй в общественных местах к дракам. Мы машины. Воу-воу-воу-воу! Разошлись! Разошлись! Брейк! Эхо-ре-хо-ре-хо-ре! Остыньте! Стоп! Чё вы делаете, а? Вы же друзья! Чё ты на его... Не трогай его! Он просто разнимал! Отойди! Говорят, у котов 9 жизней. Представьте, кот считает прожитые жизни. Так, нужно вспомнить. Первая была... Дожри, нормальная рыба! Дорогой, я стиралку загрузила. А кот спрыгнет с 5-го этажа? А с 4-го? Кать, ну я тут не могу. Он на меня смотрит. Осторожно, двери зачиняются. Валера, найду, с кем ты пьешь, убью. Вспомнил, одна осталась. Все, из дома ни шагу. И тем временем Батэ проигрывает со счетом 7-0. Воу-воу-воу-воу-воу! Коснулся каждого. Надежда Бабкина продает хоровод. Значит, хоровод почти новый. Пробег где-то 150 концертов. Огнетушитель и аптечка в конце хоровода. В смысле? В коромысле. Не, ну долго еще, а? Так бардачок закрыл. Ну, я хоровод посмотрю. Конечно. Так...
Нормально. Здорово! Чё ты ляпаешь? Так. Видите, все работает. Ну да, нормально, хоровод, давайте оформлять. А давайте завтра. А почему не сегодня? А прощальный тур. Друзья, а что хотела сказать в конце? Так, Кать, ты что делаешь? На свидание собираюсь. Так, а банка зачем? А там парень какой-то мутный. Если в лес занесет, так я хоть сока березового наберу. Ты там только все березки не выжимай. Ах ты неугомонный. На, бей. Друзья, с весной вас! Вновь! Это странная свобода, моя крепкая, которой много.